выставка, она, в общем, так посвящается и 4 года, как не стало отца, в эти дни как раз вот ушел. И посвящается Пасхе, посвящается жизни Возрождению и связи земного, небесного, космического, то есть, по сути, всего жизненного пути каждого человека. Вот. Поэтому так вот решили собрать здесь с разных периодов его творчества, с разных периодов его жизни, вот с разных тем. Но, тем не менее, это как бы вот, не знаю, может быть, такая уже квинтэссенция того, что он сделал за свой, в общем-то, такой творческий путь непростой. Ну, конечно, не все, а только, может быть, часть вот этого такого сборной, что ли, композиции с разных времен. Но и они, тем не менее, как-то в одном все равно, я думаю, ключе. Вот, то есть, что действительно и небесное, как в одном зале, более светлое, так и земное, более плотное, более темное. Выставка и картины пронизаны, видно, что художник являлся большим патриотом нашей страны, любил свою родину, любил свой народ. В основном на картинах изображены простые люди. Вот совсем давненько уже была эта выставка, и я почему-то вспомнил о ней именно сейчас, в середине этого года. И знаете почему? Потому что все-таки в следующем году, 5 лет уже какая-то маленькая дата, когда нету с нами Андрея Даниловича Антонюка. Просто я думаю, как бы это все, чтобы память об этом человеке была не от выставки к выставке, а вот постоянно, чтобы слышно и понятно было, что это наш николаевец, наш украинец, великий художник. Поэтому я и позвал вас, и я не знаю, какое ваше впечатление сейчас по поводу того, вот у тебя, Данила, изменилось у тебя понятие и изменилось отношение к творчеству своего отца? Меняется ли, может быть, или нет? Да, наверное, скорее всего, меняется в том смысле, что ты продолжаешь расти относительно каких-то своего предыдущего, может быть, уровня. Вот, расти в сторону именно вот этих вот вещей, которые отец добился, который, в общем-то, он раскрыл в своем творчестве. И, ну, наверное, не столько меняется, сколько, скорее, какие-то выкапываешь из его работ еще новые вещи. И они постоянно так выходят на поверхность из глубины, наверное, каждого холста. И это позволяет тебе как-то, ну, дальше, наверное, может быть, относиться к себе более критично, к своим каким-то работам, к своим каким-то поискам. Вот. И, соответственно, наверное, не столько меняется, сколько больше где-то углубляясь, изучая вот это то, что он сделал. Вот. Это, ну, наверное, скорее такое дальнейшее, что ли, восприятие, как когда ты читаешь книгу, и ты первые, вторые, третьи там страницы и так далее. И в итоге ты, продолжая этот рассказ, продолжая, в общем-то, впитывать вот эту всю информацию, вот, движешься там в сторону, я не знаю, какого-то, может быть, там логического финала для того, где ты уже, ну, как бы понял, может быть, какие-то вещи. Какие-то, может быть, и не понял, пропустил. Но, тем не менее, оно заставляет все время, наверное, работать где-то мысленно, работать над осознанием, в общем-то, каких-то вещей, то, что он сделал, над теми какими-то, может быть, его ходами, какими-то формами, хотя ищешь, конечно, свое, но тем не менее это отталкивается все равно от такой базы, от такого фундамента,
Ну, наверное, так. Вот. У тебя никогда ты не ощущал влияние, стилистическое влияние своего отца на свое творчество? И ты с этим боролся каким-то образом? Нет? Я, в общем-то, да, может быть, в самом начале каких-то своих еще поисков несколько так зависел от влияния отца, его формы именно, его где-то стилизации, его каких-то там вещей, решений. Вот, но очень быстро от этого начал отходить, потому что отец, как, в общем-то, большой художник, так еще большой и педагог, он мог в любой форме, будь то хоть абстракция, хоть реализм, хоть какие-то декоративные вещи, он обязательно находил там какую-то точку приложения, от которой, по сути, строилось уже там дальнейшее вот это все изображение, все, в общем-то, вот это визуальное производство. Поэтому мне было, наверное, проще отойти ближе к какой-то своей форме, вот. Но, тем не менее, отец, он всегда мог откорректировать, независимо, в общем-то, в какой ты форме работаешь. Поначалу, да, чуть-чуть влияло, вот, вернее, сильно влияло. Вот. Ну, так как еще там ряд любимых художников, как то Брейгель, Босх и так далее, вот, от него, конечно, тоже подпитывался. Да. Поэтому вот оно такое шло, наверное, какое-то, ну, свое становление при помощи отца, при помощи вот где-то то, что он там помогал какие-то вещи там понять, разъяснить и так далее. Давайте еще раз, еще посмотрим один сюжет с этой выставки. Она была интересна тем, что вы где-то выкопали и ранее неизвестные работы и показали. Да, там даже те, которые не выставлялись. Не выставлялись, не знаю, никогда, да, да. Да. Это вот ранее Антонюк, когда вот еще чувствовалось, что он вот-вот вышел из училища, да? Да, начал уже искать, правда? Сразу, да. Одесский Антонюк очень чувствуется, да, вот жанровой этой, да, работе. Ага, да. Действительно, эта школа одесская так хорошо представлена им. Вот, и действительно хорошо, что вы вот это показали, потому что все периоды, как формировался он, да? Да, в общем-то, весь его период. Личность, когда художник, живописец, да. Наташа, как вы думаете, а менялся бы ли он дальше, если бы... Я думаю, бесспорно. Дело в том, что Андрей Данилович как-то мне даже как-то и говорит, да, для меня он Андрей всегда был и останется. Да, вы знаете, вот при всем при том, что он всегда узнаваем во всех этих периодах художественных, он разный. И вот это истинное лицо настоящего творческого человека. Потому что вот я сижу, Данила говорит, а я думаю, ведь посмотрите, манеру можно где-то и даже скопировать. Но когда манера оправдана сутью образа, когда это идет из сердца, из души человеческой, да, художнической, форма, да, вот когда единство формы, содержания, да, вот здесь вот он есть. И так буквально во всех вот этих периодах его творчества. То ли мы берем ранний с вот этим диптихом «Моя земля», потому что это как раз 71-й год, и тогда, когда Андрей с большим трудом пробивал так себе дорогу вот в первые ряды художников. Действительно, это была борьба, ну, понятно, конец 60-х, начало 70-х годов. И вот работы, когда действительно он уже признанный, раскрытый, и вот это акварельный его цикл очень интересный. Да, и большие полотна философского содержания. Везде он узнаваем. Вот это истинное лицо настоящего художника. Вот посмотрите, как можно, отталкиваясь от конкретного образа, создавать обобщенный образ, умудренный опытом жизненным, да, мыслями такими женщины украинской, мудрой очень. Она сливается с землей. Вот, она плоть от плоти земли, понимаете, вот это, и вот тот образный язык его, вернее, и образный, и изобразительный, который вот так все о нем говорят. Вы знаете, я вот читала немножечко выдержки о его работах, вот толкования, все видят все-таки народный примитив больше, что наталкивается, а я вижу не только Я вижу здесь и традиция византийского искусства, и традиции древнерусского искусства иконописи, какая великолепна. Да. Вот, как он эволюционирует, он работает как мозаикой, то он пишет широкими цветовыми и иконописными плоскостями, какая у него символика цвета. То есть вот в этом плане он весь. Да. Конечно, он бы эволюционировал дальше, если был бы жив, конечно. Я вот почему поддерживаю сейчас вот этот разговор именно сейчас, потому что все-таки вот
вы одна из немногих критиков, искусствоведов, да, которая вот так вот досконально, нормально, образно, но вместе с тем понятно объяснили творчество Антонюка. Мало кто вообще может объяснить это творчество, потому что человек высоких материй, баб, отец твой был, понимаешь? Особенность вот художников наших современных, а Андрей, конечно, современный художник, он опередил время намного своим творчеством, своим взглядом. Вы знаете, это то, что в работах хорошего, отличного, талантливого художника, может быть, и не надо такого объяснения. Каждый находит то, что для своей души. Вот в этом особенность современного искусства. Нет единой генеральной линии творчества, нет единой генеральной манеры изобразительной. Вот, а есть то, что художник самовыражается, а зритель, глядя на его работу, ищет то, что ему ближе, то, что ему понятнее, то, что созвучно его интеллекту, вкусам, там, запросам и так далее. Поэтому вот в этом особенность современного искусства. И Андрей Антонюк именно вот является таким художником. Да, там и, вложен такой многогранный смысл в какую-то одну композицию, где действительно каждый находит для себя что-то ближе, что-то понятнее, что-то роднее. Вот. А оно действительно отражает очень многогранно, наверное, какие-то там жизненные просто эмоции, формы, там настроение, состояние, темы и так далее. Оно каждому вот действительно что-то свое находится. Что уже сделано для того, чтобы память об Андрее Антонюке осталась у нас? Ну, такие легкие сподвижки пока что. Вот Напела. Скверик возле дома художника. Напела, она... Скверик возле дома художника. Так. Улица Антонюка в нашем городе. Это бывшая маршала Жукова. Теперь она... Октябрьская. Да. Вот. Потом в Первомайске улица имени Андрея Даниловича. А Олег Константинович Приходько уже сколько лет? Он, да, но ему прислали отказ, к сожалению, но мы будем продолжать, я думаю, потому что сейчас аргументировали, что не то время, что тяжелое время, и финансирования недостаточно на творческие проекты, тем более масштабные, поэтому мы подождем. Но будем все равно добиваться. Книга. Потом мечта у нас музей. Музей. У нас мечта музей в Первомайске. Ну, где-то вот, наверное, похожий на музей в Очакове. Угу. Вот с этими словами мы закончим нашу беседу. Спасибо, что пришли. Слава Андрею Антонюку. Спасибо. Этой весной, когда зацвели деревья, яблони, черешни, акация, когда зацвела. Не так часто бывает человеку, живущему в городе Николаеве, такой, как я, оказаться в это время на слободке и посмотреть, как это все происходит. Но не только я один, а с художниками, которые приехали со всей Украины. Смотрите. Позвонил, пригласил на пленэр. Ну и, конечно, появилась такая возможность, и я ее воспользовалась. Да, потому что это же интересно. Стараемся продолжать традиции Одесской школы живописи. Одесской школы живописи, да. Которая одна из веток, которая, как говорится, направлена туда. На живопись на открытом воздухе, на пленэр.
Красота есть везде, но везде это по-разному происходит. Да. А тут цветущий, это эпохальный такой город, вот, цветущий, такой уходящий, вот то, что мы ищем, вот домики такие. Вот. Красота природы такая вот Медотаркана, что ли. Да, вот, цветение, дом, ворота, скамеечка. То есть определенный мотив или образ. Разнообразие мотивов здесь, да, есть и городской пейзаж, и яхты, то есть очень все здорово. Ну, для нас. Может, местным художникам оно как бы... Как привычно, так и ваши черниговцы, да, в Чернигове, как, точно так же. Да, то есть как бы... Свежие впечатления всегда же нужны, да, правда? Да. Поэтому очень здорово. Мы понимали, что здесь вот какие-то такие патриархальные такие места, какие-то застройка невысокая, цветущие деревья, поскольку нас пригласили в пору цветения, ну, как бы грешно не воспользоваться. Мы приехали, отцветали абрикосы, расцвели вишни, сейчас уже осыпаются вишни, там где-то, наверное, пойдут яблони, но мы этого уже не застанем, но вот вишни еще есть. Бывает такая усталость, вот, и особенно после персональных выставок человек начинает думать, а чего же дальше делать. И вот как у меня и других, я знаю, своих коллег, они начинают с небольших работ, и снова начинается раскрутка. Потому что вот что, фух, выставил, а надо что-то, на следующий раз надо что-то другое уже, и выше, и лучше, и новое, что-то такое. И для этого надо, я пустой называть, уже боясь саму эту тему. Тогда начинаешь с маленьких снова, пошло, и снова, и пошло. Но бывают такие вещи, неделю максимум, это максимум неделя, человек может отдохнуть. Максимум, я не знаю, я больше не могу отдыхать, для меня это, это дикость как-то так прийти в мастерскую, ничего не делать, заметать мусор, убрать и все, я не знаю. Я так просто не могу, человек, понимаете? Некоторые и умеют, и могут, я не могу. Ну вот, гости наши, и организовал все это удовольствие для именитых художников со всей Украины Вадим Юрлов. Наташа, вы как искусствовед, как к этому относитесь? И как искусствовед... И как патриот своего города родного, конечно, я только все в превосходных степенях, потому что это действительно очень нужно. Угу. Я не могу сказать, что наши николаевские художники не обращаются к теме Николая. Но вы знаете, часто человек, который не здешний житель, а приезжий, он увидит то, что не видит человек, которому это все уже где-то, как мы говорим, примелькалось. Uh-huh. Да, и вот мне очень понравилось то, что художники пошли вот на слободку, как мы говорим, и стали писать вот эти маленькие домики. Ведь они составляют вот ту великолепную атмосферу нашего Николаева, которая, к сожалению, уже уходит. Вадима коллекционер, да. Наверное, по этому поводу сработала, да, такая жилка коллекционная. Все-таки останется же это потом, останется как факт, как документ, не правда ли? Конечно, я вам скажу, что правильно Наташа сказала, что примелькалось у наших художников присутственные места, а эти видят свежим глазом то, чего, может быть, наши еще не успели увидеть.
где-то какую-то корягу из воды на базе его, какую-то старую лодочку, и уже какая-то готовая композиция получается, или же старый дом какой-то, туда добавь цветы, добавь какую-то старушку, и уже какая-то великолепная, чуть ли не мелодия получается на полотне. А как к этому сами художники отнеслись? Они кайф ловили, как говорят сейчас молодые? Вы знаете, у нас доходило до того, что я говорю, мы едем писать то-то, то-то, то-то. Нет, а мы хотим там посмотреть. Мы проезжали мимо, увидели вот это. Нам хочется это попробовать. Чисто вот николаевские домики, не херсонские, не одесские, не киевские, угу. А именно николаевские, которые создают свой николаевский колорит. И у Наташи Лозы это получилось очень эффектно, и у Лазовского тем более. Они ж, Лазовский вообще пишет в стиле Коровина. Поэтому я думаю, что выставка, которая будет впоследствии, даст свои плоды. Наташа, добавляйте. Что можно сказать? Действительно, я очень рада этому. Почему? Потому что мы вот только говорим о сохранении атмосферы старого города, ее архитектуры старой. И вот так важно, чтобы в живописи это было отображено. А то, что здесь художники работают на пленэре, смотрите, какие свежие, сочные, яркие краски, весна, пробуждение природы. А мне вот так радуют меня вот эти беленые стены наших одноэтажных маленьких домиков, о двух-трех окнах, и значит, вот дверь это, и козырек над дверью, и ворота. Вот это та действительно атмосфера уходящего Николаева, которую действительно вот прочувствовали приезжие, и так ее хорошо подают. Я надеюсь, что на выставке мы это все увидим. Конечно. Вадим, ну скажите, пожалуйста, я знаю, вот вы все-таки как-то критично относитесь к нашим николаевским художникам. Иногда такое бывает. Как сделать так, чтобы вы обратили внимание и на наших ребят? Наверное, они тоже бы с интересом это бы начали делать, а? Вы знаете, к тем художникам, которые я хотел бы, чтобы они были на этом пленэре, они не смогли, в ряду своих причин. Художники тоже имеют возможность болеть, или же куда-то уехать, или не иметь времени. Или да и был же один художник наш, Николаевский. Был Гурьев. Гурьев прекрасный был, да. Николаевский художник, который написал где-то около 14 картин, они будут присутствовать на этой выставке. И там, я вам хочу сказать, что даже благодаря этому художнику одной картине родилась идея названия этого пленэра, которую, я надеюсь, будет повторяться каждый год. И я не побоюсь это сейчас сказать, это название «Золотой бух». И будет картина представлена «Золотой бух». Одна из центральных полотен Владислава Гурьева, который... Он откликнулся сразу и сразу понял, чего я от него хочу. Я хочу, чтобы он показал именно наш Николаев. Тот, который еще никто никогда не писал. Не зализанный, не вычурный, а вот именно рабочий, родной, наш, где мы бегали по слободке, где мы бегали на рыбалку. Вот именно наш Николаев. А и что не... такое для вас, вот я хочу и вас его спросить, что такое для вас прежде всего город Николаев? Прежде всего. Ну, вы знаете, это... Личное чувство. Лично для меня... Это место, куда возвращаешься всегда с наслаждением. Из любой поездки. Домой. Это дом. Весь город – это мой дом. Эти улицы на Слободке, где я вырос. Этот ех-клуб, где я пацаном бегал, бычки ловили. Знаете, как по-слободскому, бычки такие, знаете, вот. То есть, ну, пацанами бегали и на аляуды. Ну, как все нормальные дети. Это родина наша. Да, совершенно верно. Это наша родина. И эти абрикосы, где мы лазили пацанами – ну, все дети, обязательно абрикоса, самое вкусное у соседа. Ну, эти да, вишни, эти. Ну, это все наше. Ну, как это не повторить, не показать? Это, я хочу сказать, что пленэр и те картины, что останутся потом, это памятник нашему родному городу. А вот я еще хочу сказать, знаете что? Ну, так их, что связано самое теплое с этим городом у вас. Вы всю жизнь прожили в Николаеве. Ну, я уже наводящий вопрос буду задавать, хорошо? У вас понятие «любовь настоящая» состоялась в городе Николаеве? Конечно, в Николаеве. Подробнее. В Николаеве, да. Подробнее. Вы знаете, для меня, я когда проезжаю Слободку, вот как для меня, это всегда ностальгия. Я там родился и вырос. Я ходил, учился в строительном техникуме. Сначала учился в 22-й школе, потом 36-й, этой несчастной школе, которую никак не могут достроить и закончить ремонты. То есть все это ностальгия. Все, что связано с улицами Николаева, это ностальгия. Да? Возьмите любой переулок, любую улицу. В этот кинотеатр ходили в детстве, в Пионер бегали, со школы убегали, чтобы какие-то мультики посмотреть в детстве. Ну, мы все выросли в этом городе.
И, конечно, эти кораблики, эти лодочки, это все показать сегодня, это возвращение в детство, это возвращение в нашу юность. Это показать просто нашу жизнь, такой, какая она есть. Наташа, три слова. Ностальгия три. И такая, знаете, теплая, хорошая ностальгия. Потому что действительно вспоминаешь молодость, зрелые годы. И люблю точно так же бродить по старым кварталам, потому что моя родная школа 15, и я вот тоже там выросла, родилась и выросла возле. И я уже в силу того, что я, так сказать, искусствовед, хожу, наслаждаясь нашей николаевской архитектурой. Может быть, не бог весть какой, но она наша, она теплая, она такая очень родная, она в городе этом находится, с широкими тротуарами, с резными дверями старыми, которыми еще кое-где сохранились, с металлопластикой архитектурной, эти навесные козырьки, решетки оконные, дверные. Вот эта красота наша. Ну что, я так понимаю, что если... Вот те художники, которые будут регулярно приезжать к нам и писать о Николаеве, и наши художники тоже, то состоится какая-то грандиозная когда-то выставка, в которой будет показан великолепно город Николаев. Первая какая будет и когда? На день города Николаева. В сентябре? Да, ну в муниципальном зале в Николаевском. Ну что ж, пройдет лето, и мы все это... увидим. До следующих встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.